И всем привет, с вами Браток, и мы продолжаем играть в Бенди и чернильную машину. Мы продолжаем главу третью. Сейчас тут загрузится у нас. Во. И мы остановились на том... Ой, что подлагивает. О, все, отлагал. Давайте нажмем кнопку. Что-то Борис закрылся, да? Ой, я что-то забыл. Какая нам надо... Настройки. Взять личный на уровне К. О. К, да? Я про забыл, какое задание, да, Борис? С костью. Хоть кость есть. Я думаю, я сейчас выйду из игры, зайду, и у тебя уже не будет кость, а ты жрешь ее дальше. Ой. Ты его встретил? Чернильного демона? Говорят, он все слышит. Демон. Каждый скрип пола, каждый шорох бумаг. Я бы не бежал так быстро на твоем месте. Не знаешь, что тебя... Никогда не знаешь, что тебя поджидает. Бежит такой на меня. Кстати, а мы здесь не были, да? А, не здесь мы были. О. Этот пуст. А, понял. Ой, боже, я обосрался. Спать. О. Минус два. Ну, там еще было, я знаю. О. Блин. О, последний, да? Да ты надоел меня. Ах, этого должно хватить. Принеси их ко мне. И постарайся не умереть по пути. Да я бы с радостью помер бы. Вернуться к ангелу. Подсказка, положи шестер... Блин, с этим косячим русским переводом вообще не прочитаешь. Шестеренки в... Короче... Чего? Вообще косячий такой перевод. На девятом уровне. Короче, там что-то положить на девятом уровне. Пойдем. Борис, 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 Борис. Что вот это такое? Да надоел за... А где Борис? Куда он уехал? Борис даже уже уезжает без меня, кстати говоря. Он что-то, походу, увидел уже даже. Куда ты уехал, Борис? Девятый, на девятый, да? Что это? Все же он был когда-то очень таким, чуть не успел прочитать, потому что что-то такие все потемнело. Чернила. А, походу чернильный демон, да, Бенди, походу, да? Окей, Бенди так демон. Да вот это что, бесконечно что ли будет? Уберите меня. Сейчас в нашем мире так мало правил, так мало истины. Положу. Но есть одно правило, которое мы все знаем и уважаем здесь. Остерегайся, чернильного демона. Если будешь бродить слишком долго, то он найдет тебя. Ты тоже говорил это. Если ты увидишь его, тебе лучше спрятаться. Не спрячешься, но я была рада нашему свиданию. Ты уже второй раз говоришь это. А теперь давай начнем нашу работу. Ты видел их? Массивных искателей. Они просто набиты жирным чернилами. Меня тошнит от этого. И все же, это прекрасная вещь для поддержания себя в руках.
Если ты хочешь поймать их, тебе придется научиться двигаться тихо. Возвращайся к моей двери. У меня есть то, что тебе нужно. Взять чернильный шприц. Серьезно? Я шприцов всех буду убивать. Собрать 3 банки жирных чернил. Подсказка. Короче, надо остерегаться или тихо что-то там, наверное. Короче, надо их поймать. Все, я перевел. Укол в жопу кому? На тебе укол. Это мы уже читали. А чё? Нет, туда не пойду. Стоп, а нам на какую? На 11-м. Мы на 11-м, кажется, даже ни разу не были. Если не ошибаюсь. И не уезжай больше без меня. Я знаю, сейчас уедешь снова без меня. И тебе шприц сам засуну. И высушивай себе чернил. И кость твою высосу тоже. А что, все, приехали же? Я сначала подумал, уже... Ой, там ходит, смотри. Че, давай на меня, а ты че? На тебе. О. Есть суп? Суп. А, он сам вылечится. Ну, суп, наверное, я быстрее вылечится, ну ладно. Ты куда? Ух ты. Прожектор какой-то. Я тебя буду звать прожектором. Куда он пошел? О, еще одна запись. Оля Фрэнкс. Я не понимаю. Все ходят тут, как будто кто-то только что умер. Кругом злые лица. Эти люди должны расслабиться. Я хочу им сказать. Привет. Вы же делаете мультики? Ваша работа смешить людей. Поверьте, если эти люди не начнут улыбаться от времени, я свалю отсюда. Да. О, здорово. Кстати, чернил засунь. То опять ничего не дали. Это вы что издеваетесь? А. Здорово. Появился так рядом сам. А сколько мне чернил-то хоть забрать надо? Ладно. Идем. Кстати, а банка считается? Банка не считается, ладно. Я только выпил ее на банку. Застрял, ребят, тихо. И где-то появился. Да ты издеваешься надо мной. Уже бегать, что ли, буду с тобой, что ли, во всей. Может, здесь появишься? О, здорово. Опять ничего нет. А что здесь? Я понял. Я все понял.
Отойди. Я бегу в ящик. Я все, ребят, понял. Тихо, ждем. Долго мы будем ждать, как я говорю? Пошли. Надоел. Во. Как противно. У меня мурашки по коже. Но задача выполнена. Вернуться к ангелу. Подсказка поместить жирные чернила в рай. Опять это непонятное слово. На девятом уровне. Где-то рядом. Где там, ребят? Где он? Борис, а зачем ты опять уехал? Тут ты прячешься, говно, ты сраный. Открывай дверь. Быстрее, быстрее. Не плачь, все. Мы уже уезжаем. Он все любимый, она была совершенна. Независимо от того, что говорил Джой. Все, успокойся, уже уехали от него. Если он по лестнице пробежит, ну. Кстати, сейчас можешь, кстати, пробежать здесь. Алиса, быстрее возьми меня обратно. Ну, все. На тебе чернила. Скажу проще, посмотри на ламповые панели. Поверни маленькие колеса, затем принеси мне их ядра питания. Пожалуйста, не заставляй меня пожалеть о моем решении сохранить твою жизнь. Я всегда могу изменить свое мнение. Что называется? Взять поршень. Фантус? Собрать 3 ядра питания. Подсказка урегулировать чернил трубы на уровне Эп. Р или... Я что, буду этим сражаться, что ли? Вы что, издеваетесь надо мной? Эй, Бенди, иди сюда, я тебя чернилами убью. Давай, сохранимся. Кстати, давайте следующую. А, не, давайте поставим эту задачу, выполним ее, все. И закончим серию. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Кстати, далеко? Не, ну как будто вообще даже ничего не... Ты быстро пролетели. А где нам? А кого собрать-то питать-то? У вас, что ли? Сейчас я как... На! Все. А. А про питание... А! А, нет. Чего, не понимаю, короче. А, не сюда не надо нам. Я так понял. А я сразу понял, что нам сюда не надо. Нам надоели, сейчас вас с Мантузом всех убью. Вау, здесь надо что-то делать, да?
Ай! Что, обалдел, что ли? Не сейчас кручу. Пью в обратную сторону. Я не то. Вы что, издеваетесь надо мной? Давайте покрутим еще. Все. Во. Замечательно. Во, взял. Ничего не нужно, а то все вдруг придет. Она надоела для меня. Что, издеваетесь надо мной, что ли? Ух, это часы, ё-моё! Звук такой, тых-тых-тых-тых, я чё-то посрался, такой, чё за звуки? Надоели вы меня. Я вас фантусов всех убью. Ты где? Где он? Где он? Я хочу его увидеть. Где? Покажите мне его. Блин, а. Спасибо. Я думал, все пройдется тут. Все испортили мне настроение. Ты довольно умелый мальчик на побегушках, не так ли? Вернуться к ангелу. Подсказка. Положить ядра питания. Снова непонятно что. На 9 уровне. Да, да, да. Ох. Опять уехал Борис. Да вот ты надоел мне Борис уже. Все это время бежал, что ли, за мной? Борис, ты мне надоел уже уезжать. Вот если появится чернильный демон прямо вот здесь, я тебя прямо убью. Я нажал вообще или что? Почему он сверху вообще приехал? Я не понимаю. Раньше эти люди знали мое имя. Это Ангел Алиса. Они говорили. Кажется, это было так давно. Но эти не могут вернуться. Да, Борис. Мечты сбываются, Сьюзи. Мечты сбываются. Пам-пам-па-па-пам-пам-пара-пара-пара-пам-пам-пам-па-па-па-пара-пара-пам-пам. Спасибо. Видишь, тех умелых демонов, давай избавимся от них, а? У меня так как раз есть подходящий инструмент, который может нам еще больше повеселить. Взять топор. Уничтожить все картонки Бэдди. Подсказка на... посетить уровень К и комнату небесной игрушки. Опасайтесь челленджа. А он уже здесь. А. Да. А.
Алиса, ты мне предоставишь ящик? Только пустой ящик. Мне некуда прятаться. Все ящики просто тут сломаны, а мне некуда спрятаться. Все, он ушел. Ну ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Всем пока.